Красавчик, неплохо. Просто тушкан, блин. Просто тушкан. Вообще, где приманка? Есть у него там? Да, во рту торчит. Димон, подними ведро, покажи, сколько мы на турборибели с тобой. О, подними, подними. Да. О, пацаны, смотрите, как мы живем. Димон, отлично живем. Вот теперь ведро полное. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Выехали с пацанами на рыбалочку, половить на микроречку. Погода у нас, конечно, ужасная. Ветер до 13 метров порывы. Холодина, Холодина вообще, да? Утро начинается у нас, короче, с чая. Сейчас мы попьем чай, возьмем наши снасти. В общем, мы на микроречке. Вот. Как, впрочем, и раньше, да, тут должен проклевать окунек. Хотим половить сегодня на живца, хотим половить на силикон. Вот так вот. И хотим половить, Димон, на что еще? На мормышку, правильно? На мормышку с мотылем. Короче, будем искать окуня. Осеннего окуня по холодной воде. Думаю, вам будет интересно. Настоящие мужики по холоду пьют чай с пивных стаканов по пол-литра за рыбалку. Ну что, ребят, идем пробовать. Взяли мы сначала по удочке. Я взял баллонку, Колян обыкновенную. Будем пробовать сейчас ловить на живчика. Начинается наш день. Приехала на это место тоже довольно-таки много людей, смотри, да, Дима? Вот, поэтому сегодня будет реально весело. Там народ, тут народ. Но ничего, места хватит всем, как говорится. Начнем мы, да, с под дерева. Вот как всегда, завал, такой свес. Мы тут с Димоном в прошлый раз хорошо половили рыбки. Ну как, почему дерево? Укрытие для малька, укрытие для окуня. Вот, там внизу много поваленных веток, раз они все сухие. И явно там есть, значит, коряшки. А раз коряшки, значит, есть место для укрытия хищника. Вот так вот. Короче, Колян, ты ловил хоть раз на живца? Окуня? Нет. У нас ведерко кан называется, да, Димон? Зимняя. Достаем, у нас тут много живчиков. Мы их с утра поймали. Как поймать живца, мы вам рассказывали раньше. Сегодня, ну, не будем уже об этом останавливаться. Просто берем и продеваем его сверху вот так за верхний плавник. Все, бери. Делай заброс. Чуть-чуть правее. Вот так вот, возле берега. И жди, понял? Я сейчас размотаю удочку. То ты, не, смотри, сюда. Да, все, и жди. То есть рыбка вся тут под берегом. Главное не шуметь и вести себя тихонько, и тогда все у нас получится, все будет клевать. Рыба тут есть, рыба будет ловиться. Все, будет даже будет видно выход тебе, Колян. Оба. Когда поплавок полностью утонет вниз, полностью, прямо с антенкой, понял? Тогда ты делаешь подсечку. Дай ему, ну, вот, не... пикай. Да, дай ему несколько секунд, понял? Пока полностью окунь его заглотнет. Сразу не подсекай. Если сразу сделаешь подсечку, он сойдет. А когда вот, ну, потопит и чуть-чуть поведет вниз, тогда только можешь подсекать. Вот. И тогда сразу там будет рыба у тебя по-любому. Да, не подходить, Колян, близко. Это вот смотрите, ребят, что получается. Мы сейчас стоим близко, надо отойти чуть дальше. Вот Колян, окунь видит, и он боится. Надо нам отойти вправо, а бросать сюда, на расстояние хотя бы 5 метров, чтобы он нас не видел. Я вообще в ярком костюме. Это мой новый костюм, фидер концепт. Норфин. Очень, ну, теплый, демисезонный, хороший. Очень важно в такой рыбалке, ребят, чтобы у вас был флюрокарбон. Потому что если не будет флюрика, на обычную леску может просто не клюнуть. Вот живца цеплять сложно, потому что он мелкий. Мелкий и скользкий. Вот, берем. Оба-на, цепляем. Вот такой красавчик. Он очень здорово трепыхается, потому что это горчачок. Любимый живец на окушков. Оба-на, и глубину сделать можно... Ну, побольше. То есть надо пробовать реально с разной глубины его брать. А ну, Колян, сейчас я рядышком аккуратно брошу возле тебя. У нас 2 поплавка. Выход будет, да. Можно чуть-чуть дальше отойти, можно. Я попробовал сделать больше глубину, чем у тебя, да, чтобы понять, где он берет. Ну, попробуем. Он вообще выходит. Когда окунь активный, он видит живца и идет за ним. Как я сказал, сегодня может на живца и не брать. Может окунь быть пассивный. Ему надо только мелкие какие-то постукивания по дну, допустим, силиконом. Либо мормышкой. Вот, мы это все сегодня с вами будем выяснять. Когда активность хищника, тогда он ловится отлично на все. Ребят, мы, значит, сейчас разделяемся. Колян останется тут, а я пойду чуть в другое место. Нам надо найти окуня. Потому что по сравнению с прошлым разом, он, видно, куда-то
переместился, я же говорю, или просто пассивный брать не хочет. Надо понятно, что он сегодня будет клевать. Идем дальше. Надеюсь, там сейчас получится у нас все. Так, ребят, берем нашего живца, еще одного, очередного. Цепляем его снова вот таким вот образом. И забрасываем. Под той стороной рыба стоит. Оп, так как у нас баллонская снасть, можем метать отлично прямо на ту сторону. И наблюдаем просто за нашим поплавком. Рыба далеко от нас, она нас не боится. Наша задача только визуально смотреть. И вот уже поклевка. И вижу, вижу. Хороший, Димон. Смотри, какой. Хороший кушок. Этот уже солидный, да? Глянь, какой лопатина. Ху-ху-ху. Вот это класс. Хороший окунь пошел. Ловится, ребят, на живца. Просто здорово. Насадил очередного живца. И быстро делать поклевку. Быстро делать заброс, пока мы видим стаю окуня. Есть. Иногда страшно бросать, потому что кажется, что ты сейчас ветки бросишь, у тебя все запутается. А идеально, когда ты бросаешь ближе... Еще сошел. Ближе к камышу. Вот. Вся рыба просто сразу разрывает. Жесть. Колян, иди сюда, только тихо. Колян. Иди сюда, я нашел рыбу. Там хорошие окуня клюют. Колян, смотри, как клюет. Смотри. Делаешь заброс туда. Тихонько, да. Ну, не совсем туда, но как получилось. Подальше туда вот. И смотри за поплавком. Да, ну нет, не, на дохлую не клюнет, надо живой. Да, смотри на поплавок. Оба. Класс. Жесть. Довольный. Вообще жесть. Довольный. Димону даю окуней. Димон там собирает, значит, окушков у нас. Вот, бери живчика, Колян, и делай заброс. Как его, смотри, гоняет, смотри. Смотри, сколько окуня, быстро. Классно, классно. Классно. Колян, в чем проблема, скажи, у тебя? Про тыкву она дохнет. Дохнет? Надо, чтобы живец на крючке плавал. Надо цеплять его как можно выше, прямо аж чуть-чуть. Да, понял, плавничок под просто. Плавничок, понял? Под плавничок? Вот, под плавник, но за верхнюю часть мясца, не протыкая его, видишь, хребет, не протыкая хребет. Потому что хребет, ты сразу протыкаешь, и он сразу, получается, у тебя контужится, и все. Ну, рыбка, получается, все, не живая, не дергается, да. Забросик. И смотрим. Огонь практически сразу видит живца, блин. Моментально, только он думает, подходит, смотрит. Оба. Хороший. А потом уже атакует. Вот он. Класс. Все, мы поняли. Ребят, активный окунь есть. Сошел сам с крючка. Активный окунь есть. Окушок подлавливается нормально. Значит, можно идти брать спиннинги и ловить его на спиннинге, либо на мормышку. Все, живец у нас остается до вечера. Сейчас на улице холодно. Он у нас будет живой, ничего с ним не случится. Можно добавить воды и все. А мы с пацанами берем ультралайты и начинаем ультралайтовую рыбалку. Потому что на живца прикольно ловить. Классно. Но, так сказать, руки мерзнут от того, что ты все время его берешь. Колян, видел, где окунь? Бери его туда, бросай, сейчас там по-любому будет. Под теми камышами 200% происходит поклевка. Мы нашли окуня, друзья, теперь придем с ультриками, подубасим его. Значит, у нас стоит, пока что я поставил свинец 2 грамма. Если клевать не будет, поставлю вольфрам. Вольфрамовую огрузку, так сказать, чебурашку. Полторушку, двушку буду брать. Приманочки сегодня у меня вот такие. Значит, смотрите, это Intec, получается, Long Hill и Turbo Reef двухдюймовые. Вот. На эти приманки мы сегодня будем ловить. Все я взял в зеленом цвете. Я начну, пожалуй, с Long Hill. Цвет такая натуралка. Цвет называется 20. Ну, номер 20, вот, получается, по Intec. Открываем. Приманка мне нравится тем, что она имеет хороший запах, и она здорово держится на крючке. Так как могут быть сейчас микрозацепы, окунь, если будет активно брать, он будет резину сильно долбить нашу, получается. Вот, и она через несколько забросов будет негодна. То эта приманочка довольно-таки жесткая и хорошо держится на нашем ультралайтовом крючке. Это вот такая вот силикошечка с таким вот хвостиком. Видите, вот. Вот, как бы у него лопатка небольшая, но при желании... При большом желании, если вы захотите, вы можете эту лопатку просто-напросто откусить. То есть, чем мне нравится эта приманка?
По теплой воде, допустим, я могу свободно, спокойно рыбачить вот таким вот образом. Вот, видите, вот таким образом. А по холодной воде, чтобы, когда окунь пассивный, я аккуратно под самый край беру, просто вот так вот откусываю хвостик, и у меня получается вот такая вот пассивочка. Видите? Все очень просто, все очень здорово. Все, теперь я сейчас спускаюсь пониже, вот туда, и делаю первый заброс в ту сторону, где мы ловили его на живца. Ну что, пацаны, есть что-то? Да нет, оторвали. Ни тычка не было, да? Нет. А какая приманка у вас? А? На что ловите? На рачка маленького. На рачка? Я понял. Надо интедж брать, 2 дюйма турбориб. Опа, есть, смотри. Есть поклевка. Иди сюда. Бродяга запутался. Димон, видел, да? Бродяга запутался. Смотри, сейчас мы его достанем. Если тут не сильно грязно, сейчас мы его достанем, чтобы ничего там, блин, не оторвать. А, сошел. Блин, ты успел снять, да? Был окунь в натуре. Я же сказал пацанам, что надо брать интек. Интек, интеч, кто как называет, правильно, интек. Вот, 2 дюйма турбориб или лонгхилл, как я сейчас ловлю. И вот на него именно будет 6 разрыв. Вот я прицепил этого червячка. Как я и сказал, я содрал с него лопатку, он получился пассивным. Делаю заброс и ждем. С первого заброса. Братан, давай тебе подышу, чтобы было слышно. Димон, ты веришь в поклевку с первого заброса? Теория первого заброса. Скажи. Да не мотай камерой, скажи. Нет. Не веришь? Я тоже не верю, потому что, ну как мы всегда с вами говорим, типа, если ты с первого заброса... Если, типа, хаваете рыбу на рыбалке, знаете, жрете рыбу на рыбалке, берете с собой, да, и с первого заброса, если у вас поклевка, то у вас не будет ничего ловиться. Это все фигня, я в это тоже не верю, это чисто... А вот про женщин на рыбалке не знаю. Про женщин на рыбалке, женщин дома должна быть, а не на рыбалке. Ловля происходит на силикон интек, Серега говорит, я его называю интеч. Приманка у нас лонгхилл, и ожидаем нашу... Сидит, долгожданную поклевку. Именно такой удар. Ой, красавчик. Ой-ой-ой, красавчик. Вот такой. Долгожданный удар. Друзья, сейчас я прицеплю вот такой вот вольфрамчик 1,7 грамма. Если вот у меня 2-граммовый груз был, смотрите его размер, видите, вот чебрашка, то это 1,7 грамма, и вот он насколько будет меньше. Это тоже интек. Хороший вольфрам, мне нравится, маленький, маленькая втулочка. Вот с помощью него мы сейчас половим окуня, потому что на ультрик по чистой воде, когда она чистая, холодная, надо вот такие вот хорошие груза. И с помощью этих грузов у нас, уверен, блин, получится. Мы с Димоном всегда ловим на вольфрам, когда холодно, зима, да, Дима, еще, ну, в том году всегда мы ловим по холодной воде, и все. Сейчас я, у меня есть маленькая застежка, но она в машине, машина далеко, не хочу идти, позже вам покажу. Сейчас вообще без застежки прицепим напрямую к флюру, чтобы, как я говорил, минимизировать все потери и все дополнительные грубые части оснастки. Аккуратный заброс так под камыш, главное, блин, не зацепиться. Вот я попал прям в тючечко, в тючечку. Сейчас бы еще шаг влево, шаг вправо, и все. Близко подходить не хочу к воде, потому что окунь может брать как там, так же и под этим берегом. Легкое постукивание, пауза. Стая окуней, она очень хитрая, у нее есть выход, она может поклевать на живца и куда-то свалить. Надо ходить по берегу всегда искать этого окуня. Иди сюда, хороший, иди сюда. Так как же так везет мне за камыши цепляться-то, а? Ты что сразу зацеп у меня, Димон? Оба, есть. Есть так ушел. Как я и сказал, может клюнуть там, а может клюнуть здесь. В данном случае этот красавчик клюнул под этим берегом, а не там. Поэтому все так, как мы и хотели. Ловится отлично. Просто сейчас дубасим. Все.
Ребят, утренний клёв чуть-чуть приутих. Хотим сейчас переехать в другое место, где реально меньше дует ветер, чтобы пожарить мясо. Взяли с собой гриль. Вот сейчас будет очень вкусно. И вот наша окуня, короче, то, что мы поймали на живчика. И чуть-чуть. Маленьких мы отпускали, берем так чисто кабанчик вот такие, чтобы пожарить, да, Димон? Да. Скажем так, что пяток вытянули на силикон, ну и пяточек где-то поймали на живца. И крупненький на силикон. Крупненький у Димона сошел. Турбари был у тебя. Да. На турбари бы сошел. Ну, как пока, ну вот такой. Да, что я был бы с камеры, Димон крик шумный, такой, сошел! Да? Такой, старый окунь. Потяганный окунь такой. Красивый. Вот. Красивый. Все, едем кушать. Друзья, ссылка на все наши снасти будет в описании под этим роликом. То есть мы используем Intec, используем его расходники, его силикон. Ну, давно уже рыбачим на эти снасти, да, Димыч? Да, поэтому поехали. В бой. Друзья, короче, приехали мы на новое место. Сейчас тут будем жарить мясо, ловить дальше рыбу. И у нас пошел снег. Колян с Димоном. Вот Колян показал Димону, что такое жовтобрышок, грибочки, да? И Димон начал ловить. Да, это съедобные грибы. Будем сейчас жарить. Димон, давай ищи, будем жарить. И у нас пошел мужика. Ну как мужика? Крупа у нас пошла. Если посмотреть, вот видно. Первый снег. Пацаны, к зиме готовы. Но в натуре пошла крупа, вот идет крупа, идет снежок. О, грибочки, Димон. Да сейчас ножичек возьмем. Смотри. Много нарыл, да? Да. Раз, два, три, четыре, там еще, тут, везде песочку их надо искать. Красавчики. Отлично. Сейчас проберемся на кладку, сделаем по забросику. А потом придем сюда. Там можно вдвоем, она херовая, конечно, но аккуратно можно, я думаю. Думаю, ничего с ней не случится. Есть. Первый пошел. Отлично. Побаловались и хватит. Переходим к рыбалке. Подцепили, значит. Вот мы сейчас лонгхилл, как у нас и был. Пару тычков. И на паузе идет тык. Хороший, внятный тык. Оба, у Коляна сошел. Хорош был. На мормышку брал, а так... Ух ты, есть. Есть у меня, не сошел. Вот он. Неплох, боберище. Нормальный окунь, Колян. Да? Хороший окушок, ты шо? Рыбалка сидя, короче. Да он прям под кладкой, вот тут, под нами, слушай. Глянь, какой хорош, Колян. Хорош. Вообще окунь, глянь, какой жесть. Да ты шо. Фу-фу. Лонгхилл дал. Вот это кабан. Тихо. Вот это окунь, я понимаю. Вот это да. Тушкан. Ух ты, хорош! Да ты шо, Колян, какой окунь! Ой, как загнул ультрик, да! Тушканович, вот ты какой! Да лопатина, да, на большой! Класс! Да, иди сюда! Кабан Кабанович, вот это тушка, тихо, вот это турбориб, фу-фу-фу-фу, жесть, окуня просто, ребят, блин, тихо, окуня просто, мега, блин, разрывного размера, да ты шо, как упаковки две целых, вот так, да ты шо, вот это окунь, да, Димон, я сейчас подам тебе, братан, бери его за братяру. Димон, покажи. Димон, вот это тушняк. Я тебе, блин, говорю. Такой тык только, ляп. Димон, хорош? Да. Покешь его еще раз. Просто, твою тоже зацепил, да? Да. Сейчас мы распутаем. Ёлки-моталки, вот это да.
Ребят, вот это акушака, Димон. Ну хорош, да? Да, красавчик, неплохо. Просто тушкан, блин. Просто тушкан. Вообще, где приманка? Есть у него там? Да, во рту торчит. Достань, блин. Достань, блин. Не дает, слышишь, Димон? Сможешь вытащить? Да. А ну, о, красава. Ну, окунь просто жесть. А ну, открой ведерко. О, там, конечно, есть такие лапти уже. Ну, блин, вообще. Попадосище. Димон, подними ведро, покажи, сколько мы на турборибели с тобой. Ой, подними, подними. Да, стой, что там по весу, как ты думаешь? Покил 10. Покешь. Тушканы, короче, да. Да ты шо, ты шо? Тут все ведро целое. Мамонты, вот это ведро окуней, блин. Димон, мы пошли жарить мясо, короче, оставляю. Давай. Тебе, я не знаю, что тебе, ну, турбориба. Ну, на турбориба вот тут хорошо брало. Давай. На тебе, турбориба, лонгхила. Короче, блин. Вечерний разрыв на силикон. Это просто трубень какая-то. Я не знаю, окуня мамонты. Ультралайт долбит так долбит. В общем, как вам и сказали, у нас сегодня будут грибочки, колбаска, гриль. Расплели. Окуня устали таскать, руки болят, что в натуре называется, 10-литровая. Димона, правда, не остановить, он там за камышами остался. Но говорит, я еще половлю, потому что такое клево бывает раз в сезон. Где-то там он сидит, если вам его видно. Димон! Да. Ну шо, как дела? Более-менее. Ловится? Да. Есть, говорит. Ну а мы с Коляном займемся кухней. Колбаска, грибочки, помидорчики. Сегодня на гриле у нас будут овощи и мясо. Так что, вот так вот. О, пацаны, смотрите, как мы живем. Димон, отлично живем. Жить можно, да? Да. Грибочки, колбаска. Опять повторяем то же самое чудо-юдо. Димончик он уже забалабенил, так что отлично. Хорош на вкус. Камин, попробуй грибок. Угу. Попробуй, попробуй. Хорош. Скажи свое мнение, Лёжин. Грибы, кстати, Димон насобирал тут. Только что, пока мы ловили окуней, да, Димон? О, смотрите. Насобирал, пожарили, так что все. Не знаем, выживем ли мы к следующему ролику, ребят. Что Димон насобирал, мы не знаем. Если да? Что, Димон собирал первый раз. Если что, Димон собирал первый раз, да. Ну а рыбалочка выдалась успешной. Мы никак не можем остановиться, потому что у нас он уже два ведра окуней. Ну не два, покажи, Колян. Только что под самый вечер Колян лупанул вообще хорошенького. Громадского. Такой хороший кушок, да. Там тоже есть, наверное, такой, ну. Похоже, да, но это тоже класс. Короче, рыбалкой мы довольны, друзья. Мы сейчас кушаем, едем домой. Если вам все понравилось, лайк, подписываемся. Вот так вот. Как рыбалка вам, пацаны? Во. Димон, молодчик. Класс. Колян, красава, натаскал. Все. Молодцы, пацаны, давайте. Вот теперь ведро полное. Почти, да? Колян, светани. А? Светани ведро. Я думаю, колбаску можно сбавить. Нормальный ход.